шторм бушует, а пламя горит. Мы вместе сразимся с тенями. Безоблачное небо и звезды пути укажут дорогу к победе. Я рыцарем стану и помогу всем, кто нуждается в свете. Добром дорогу свою освещу и к финишу первым приду. Ты выжимай, с друзьями ты не расставайся. Ты к цели спеши, волшебный дракон нам поможет пути. Наша дружба сильна, а победа близка. Озарим этот мир отвагой. На старт, поехали! Монкарт. Гонка легенд. На старт! Часть первая! Что? А? Затушить огонь! Живее! Скорее! Что происходит? Произошел взрыв, сэр. Мы все еще ищем причину. В Северной башне нет ничего взрывчатого. Кто-то пытается нас отвлечь. Но, сэр, кто же? Перекрыть все выходы. Никто не должен сбежать. Так точно, лорд Эстро! Кто здесь? Молодые люди, помогите старику. Вот, смотрите сюда. Принцесса, все чисто. Простите, но мы должны предотвратить злобный план Дестру. Сюда! Схватить их! Принцесса, бежим! Стоять! С дороги! Принцесса, принцесса, вы в порядке? Туда! Быстрее, сюда! За ними! Не дайте им уйти! Туда! Держу! Быстрее, Серджу! Не бойтесь, миледи! Я думал наперед! Нет! А что нам? От меня не уйти. Все кончено? Не волнуйтесь, миледи. Держитесь. Потрясет нас здорово! Папа, мама, молю, помогите нам. Сегодня Марк сражается с Каем! Yeah! Бежим! Yeah! Осторожнее, Кай! Расслабишься, и мой Баки твоего Зеро в порошок сотрет! Зеро контратака! Лазер накала! Берегись! Во что бы то ни стало прийти первым к финишу! Таков девиз Монкарта! Раз так страшно, беги домой, принцесса! Чего? Джин! Когда пришел? Будешь с ними ругаться, пропустишь самое интересное! А
чем ты? Зеро. Битроид. Трансформация. Баки! Вот так. И что, это все саранча? Зеро! Зеро! Детройт трансформация! Ну что, теперь понял? Самый быстрый гонщик может быть только один. И это я, Марк! Прекрати! Согласно кодексу чести, нельзя бить лежачего! Джин! Ты простой показушник! Не лезь не в свое дело! Марк! Да-да-да, понял я! Баки! О, Марк Блю победитель. Джин, теперь ты доволен? Да, но ты не самый быстрый гонщик. Самый быстрый я. А? Я бы с легкостью избежал твоей атаки. Ты шутишь? Да никогда! Раз так в себе уверен, сразись со мной прямо сейчас, трус! Да это и не обязательно! У него даже манкарта нет! Ах да, точно! Возвращайся, когда заполучишь себе манкарта, малявка! Тогда я с радостью тебя разобью! Джин, ты не злишься? На что? Ну, Задир, они считают тебя пустым местом. Разве ты не хочешь отомстить? В кулачном бою мне его не победить. Тогда побыстрее найди своего монстра, чтобы обойти его в Монкарте! С ними нет Цзинь. А? Чего? В Монкарте игрок и монстр соревнуются как одно. Так что, как только найду своего идеального монстра, почувствую этот Цзинь. То есть ты знаешь, что эти монстры не твое предназначение? Да. Моя мечта — найти идеального монстра и выиграть Гран-при Монкарта. Я стану таким же величайшим рыцарем, как победитель Дестра. Ха, мечтай сколько угодно. Но сначала научись работать. Думал, ты на моей стороне, Нур. В таком маленьком городе, как наш, одним манкартом на жизнь не заработаешь. Ты должен знать, как починить любую сломанную вещь жителя, от фермерской техники до унитазов. Уж прости, Нор, но я не останусь в этом городе до конца своей жизни. Я отправлюсь в большой мир и стану рыцарем манкарта. Принцесса, смотрите! Город Лето! Так значит, легендарный рыцарь Кайто живет здесь? Да. Если найдем его, уверен, он не откажется нам помочь. Вперед, на поиски! О! Ну вот, готово. Вот, спасибо. Что бы я без вас делал? Обращайтесь. Джин. Мне бы диван подлатать. Не зайдешь ко мне? Да, легко. О, а заодно починю ваш шаткий столик. Бог мой, спасибо тебе. Я мастер на все руки. Да забыл бы ты о своем манкарте и сделал дело моего отца своим делом. Чего? Просишь мои руки? Да никогда. Я просто подумала, что раз у тебя нет родни, будет лучше, если ты останешься и будешь помогать жителям. Спасибо, что печешься обо мне. Кайто? Не знаю такого. Он точно живет в этом городе? Не знаете, где его можно найти? Поспрашивай остальных. О, ждите здесь, миледи. Я скоро вернусь. Хорошо. Привет! Извините, вы не знакомы с рыцарем по имени Кайто? Ух!
Ух ты, какая вкуснятина! Пять хэни. А? За яблоко 5 хэни. А, простите, у меня нет с собой денег. Примите его. Постой, девочка, это слишком много. Ну, тогда мы это заберем. Только взгляните, что? Какая щедрая дама у нас тут. Кто вы такие? Раз такая щедрая, то и с нами делись. Пусти меня сейчас же. Чего? Ах ты, маленькая. Что там? Пустите! Нет, Джим! Эй, хватит! Что тут происходит? А? Что? Опять ты? Настоящий рыцарь всем помогает. Это значит, ты рыцарь. Прости, но драка не моё. Ты в порядке? Прыгай! А что? Будь он не ладен! На старт! Часть вторая! Я Джин, а ты? Не хочу говорить! Это же не какой-то важный секрет! Не скажу! Чего? Я же тебе жизнь спас! Фух, еле добрались. Постой, ты же местный? Ты не знаком с рыцарем по имени Кайто? Хм, никогда не слышал. Но у тебя есть Джин, будущий рыцарь! Разве рыцарю не нужен меч поострее? Миледи! Вы в порядке? А ты где пропадал? Что это с ним? Вот. Я дома. А? Джин! Приветик. Приветик, это все, что можешь сказать? Ты меня бросил! Прости. Говори. Я кое-кому помог. Красивой девчонке. А? Но вот характер у нее сущий кошмар. Мне не нужна была твоя помощь. Добрый вечер. Добрый. Это значит лавка Монкарта? Да. У нас есть монстры, оборудование, все, что нужно. Спасибо, но нам просто спросить. Да, она была такой недружелюбной и похожа на нее. Джин, вы знакомы? Идем. Но. Он сказал, что не знает Кайто. И кто же вы такие? А, мы забыли представиться. Я, между прочим, самый настоящий волшебник. Не выдавай своего положения. Так говорил отец. Вы правы, принцесса. Люди Дестро могут подстерегать нас на каждом шагу. А? Джин, мы закрываем лавку. Понял, Нор. Простите, приходите еще. Этот мон-меч принадлежал знаменитому рыцарю Кайто. Что он тут делает? Не трожь! Это мой меч! Кайто не отдал бы свой мон-меч незнакомцу! Признавайся, где он сейчас? Чего? Да этот меч только в погребе лавки пыль собирал. Никто не хотел его покупать, так что я отдал его мальчонке. Как так? Мы закрываемся! Идите по домам! Дети, я запрещаю вам с ними говорить. Ясно? Нор, почему? Папа! Папа, а кто такой этот Кайто? Он был быстрейшим рыцарем королевства, легендой. Зрители были просто очарованы им.
Никто в королевстве не мог с ним сравниться. Но однажды он просто перестал появляться на треке. Почему? Как знать, это все, что мне известно. Так, я пойду и спрошу сам. Джин! Джин! Лаура? Я с тобой. Мне показалось, что у этих людей неприятности, и я тоже очень хочу узнать о настоящем владельце меча, который ты так любишь. Это по-настоящему мое сокровище. Как только его увидел... Был дзынь? Да, в точку. Это со склада Марка. Меня подожди! Пустите! Как вы, негодяи! Немедленно выпустите меня отсюда! Серджук! Негодяи, говоришь? Так, так, так. Что ж, виноват. Давайте отведем даму в местечко поприятнее. Отойдите! Стойте! Пустите ее! Ты кем себя возомнил, маленький хам? Хочешь ее заполучить? Сначала сразись со мной. Нет, Джин! Будь послушным мальчиком и прячься за мамочкиной юбкой. Настоящий рыцарь никогда не бросит нуждающегося в беде. Эй, что там происходит? Монстр? Дра! Что он говорит? Я драка. А вы кто? Ты понимаешь его язык? Дра! Это оно! Это дзынь! Я Джин! С этого момента я твой напарник! Это что, легендарный монстр-дракон? Нет, быть не может. Ни за что. Кайто был единственным хозяином. Это мой напарник, Драка. Посмотрим, кто теперь выиграет в гонке. Как смеешь ты бросать мне вызов? Что ж, я покажу тебе, кто самый быстрый в городе. Джин! Если проиграешь, больше не тронешь ее! Да чтобы я проиграл такой малявке! Он умелый? Это его первая гонка. Ему ни за что не выиграть! Бог мой! Монкарт на старт! На старт! Поехали! А? Что такое? Так тебе и надо! Да! Ты чего, Джин? Он говорит управлять мечом! А, да, точно же! Вперед! Драка! Огненный шар! Дра! Ну и мазила! Он попал! Как ты смеешь? Трансформация! Битроид! Драка! Дра! Он говорит трансформацию!
Хорошо! Трансформация! Битроид! Дра! 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 Я тебе покажу! Дра! Отлично! Джин, не так плохо для новичка! Ах ты, малявка! Ты больше никогда не сможешь мне противостоять! Саранча! Опять эти жуки! Держать! Драка пожирает пламя! Да! Огненный шар! Джим Хейст выиграл! Он смог! Спасибо! Ты вызволил нас из лап негодяя! Пустяки! Дра-дра-дра! Что он сказал? Он говорит, что без него ты бы не выиграл! Что? У тебя двигатель сломался! Дра-дра! Твоя вина! Если не можешь управлять мной, лучше уходи! Чего? Это не я сказала, я лишь перевожу драка. Что? Да! Это все, что сказать можешь? Моя вина! И это идеальные напарники! Драка! Возвращение Майкла, часть первая. Майкл, мы доехали до города Лето. Скучал по запаху. Воняет песком и грязью, Робин. Впервые за 3 года благородный Майкл Уайт из мира Манкарта прибыл домой. Улыбнись уже. Ликования не жди. Хоть мы и начали великолепно, вернусь домой ни с чем. Неправда. Ты слишком много думаешь. А ты недостаточно. Кэл! 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 Лео, это тебе не гонки! Тормози! Монкарт! Где скорость вашего монстра и ваши способности испытывают на треке? Трансформируйся в Битроида и унеси домой победу! Вперед, драка! Хм. Он так похож на Монмич того самого рыцаря Кайто. Сэр, скажите, где вы взяли этот Монмич? Понятия не имею. Мы все время покупаем у странствующих торговцев. То есть вам все равно, если его украли? Украли? Как вы смеете обвинять Нора в продаже краденого? Тогда как еще можно объяснить то, что Монмич Кайто попал к вам? Сэр Джоук, не горячитесь. Джин, твой меч — подделка. А? Имя твоего Монмича — голова дракона. Его, как и другие подделки, сделали по подобию меча короля Поски. Основателя королевства Кармон. На его мече 38 языков пламени, на твоем 37. Ужин готов! Пойми!
меч был фальшивкой. После завтрака отправляйтесь в путь. Простите, что не смогли помочь. Ничего, спасибо, что позволили переночевать у вас. А где еда? Дра! Дра! Драка сказал, что съел все. Что? Эй, драка! Дра-дра! Он спрашивает, где десерт. Чего? А ну выплевывай, ты глупая ящерица! Да как ты смеешь поджаривать своего же господина? Прекратите! Ты в ответе за своего монстра. Так что принесите нам еды. Вы оба! Да, так все и было. Ну и утречка, а все из-за тебя. Да! Он говорит, я тоже так думаю. Хлеб. О, а ты могла с нами не ходить? Извините меня, мисс. Зови меня Сейна. Сейна, скажи, откуда ты знаешь язык монстров? Вопрос в том, ты зачем пошла? Чего? Выгоняешь меня? Эй, Джин, ты нравишься девчонкам? Я впечатлен. Да все не так. О, это Джин. Дра. Джин, это правда, что ты обошел Марка? А, ну да. Молодец! Пригласи, пожалуйста, на следующую гонку, ладно? Да! Он говорит, приходи, друг. Драка, это не тебе решать. Дра, 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 дра! Мы выиграли гонку из-за меня и только. Что? Это не я, так Драка сказал. Дра! Что? Он что, спорит со своим монстром? Странно. Да уж. Эй, слушай сюда. Я главный в команде. Ты будешь меня слушаться. Ясно? Вообще, я не твой прислужник, и мы вовсе не команда. Ну и ладно. Мне не нужен монстр-обжора, который меня не слушается. Уйди с глаз. Ты куда? Пусть идиот! Какая разница, что с ним случится? А что тут у нас? Что? Джин? Да! Он спорил с красной ящерицей! Болван, это наш шанс его похитить! Монстры, драконы редки! Мы на нем разбогатеем! Джин, тебе не кажется, что ты переедаешь? Так надо! После той ссоры у меня в животе опустело! Уверена, что драка сейчас чувствует то же самое. Драка долгое время проспал в Мон-мече. Он проснулся, а вокруг толпа незнакомцев. Ему было страшно и одиноко. Дра. Может, потому он так себя ведет с тобой? Просить прощения, что ли? А? Да ни за что, Сухарь, прекращай есть! Ты сам сказал, что почувствовал тот самый дзынь! Ты был уверен, что он станет идеальным напарником. Разве не стоит доверять своим инстинктам более всего? Пайна, пайна! Знаю, знаю. Я и сам собирался его искать. Вы, стоять! Вы уронили. Спасибо вам! Что-то тут не так. Нет, ничего. Что это с ней? Может, напугал?
Я-то? Марк? Скорее! Что это вы делаете? Да ничего. Драка! Пойми! Пойми! Отдай его! Это мой монстр! Драка говорит, что никому не принадлежит. Ты его слышал? Я к тому, что он злой и жадный, и никогда не слушается. Но драка мой друг. И вместе с ним я стану рыцарем Монкарта. Рыцарь? Ты? Что такое? Босс! А ты совсем не изменился, Марк. Майкл! Когда ты вернулся? Только что. Марк, верни монстра и убирайся отсюда. Не знаю, насколько сильнее ты стал, но и мы не те, что были 3 года назад. Баки, вперед! Баки! Эй, что это с тобой? Он слишком напуган белым львом и не станет сражаться. Гау! Гау! Подожди нас, босс! Драка, ты в порядке? Наконец-то ты нашел монстра. Майкл! Сколько лет, Джин? Я его поначалу не узнала. Кто бы знал, что Майкл вернется таким высоким красавчиком? А? Очень приятно. Это такая честь. Я твой большой фанат. Могу попросить автограф? Он что, знаменит? Ну, конечно. Он обошел опытного пилота в первой же своей гонке. Он побеждал один заезд за другим. И снова, и снова, и снова! Простите! Мой брат устал с дороги. Да, понимаю. Конечно. Отличный монстр. Его зовут Драка. Быстрый? Обошел Марка. Ну, удачи, новичка. Он только вчера начал. Ну да. Хочу понять, как силен мой мон-меч. Прошу, Майкл, сразись со мной на арене. Что? Возвращение Майкла, часть 2. Знаю. Хочу понять, как силен мой мон-меч. Прошу, Майкл, сразись со мной на треке. Что? Ты не в себе. Тебе ни за что у него не выиграть. Пойми. Не узнаю, если не попробую. Безумец. Чего? Гонку Монкарта можно выиграть только с хорошей стратегией и опытным монстром. Если будешь таким нетерпеливым, никогда не станешь рыцарем. Эй, постой! Майкл! Постой! Он сейчас не в настроении гонять. А? Что-то случилось? Не так давно мы были на турнире в одном из городов. Мы думали, победить будет легко, но наткнулись на неожиданного соперника. Его звали Феттель, и его было невозможно победить. В атаку! Майкл даже не успел применить атаку. Лео! С тех пор он растерял свой пылкий нрав. Это я предложил вернуться домой и отдохнуть от гонок. Сейчас ему надо вновь обрести ту страсть, с которой он когда-то хотел стать рыцарем. Эй, драка! Ты куда? Я! Дра! Кау! Что он говорит? Кау! Дра-дра! Дра-дра! Ты трус! Что,
Боишься проиграть мне? А? Гау! Гау! Следи за языком! Майкл, уважаемый гонщик, прекращай его оскорблять, или я тебя уничтожу! Ты понимаешь, что говорят монстры? Простите мою грубость. Думала, вы хотите знать, что он чувствует. Что чувствует? Гау! Точно. Ты в меня верил и ждал все это время. Ясно. Долой страх. Если проиграю, всегда есть следующий заезд и победа. Так, Лео? Гау! Майкл! Майкл! Так ты принимаешь мой вызов? Да, но поддаваться не стану. И не надо! Вперед, драка! Джину ни за что не выиграть гонку против Майкла. Чего? Уровень каждого гонщика повышается с каждой выигранной им гонкой. Всего 4 уровня. Паж, оруженосец, кавалер, а любой гонщик, добравшийся до вершины, получает титул рыцаря. То есть у Джина нет шанса из-за его уровня? Да, Джин всего лишь паж. Он начал гонять со вчерашнего дня. Шанс, что он обойдет Майкла, признанного гонщика, очень мал. Монкарт! На старт! На старт! Поехали! Вперед, драка! Вперед, Лео! Не-не-не-не-не! Быть не может! Он почти догнал Лео! Неплохо. Но если войдешь в поворот на такой скорости, вылетишь с трека. Тогда ты посторонишься! Лео ненавидит, когда его обгоняют! Кау! 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 Держись, драка! Трансформация! Метроид! Гау! Гау! Это чего? Он вошел в поворот метроидом! Он приобрел хороший навык, сражаясь с сильными. Не недооценивай нас, драка! Покажи, что можешь! Драка! Огненный шар! Не попали! Что такое он творит? Даже опытному гонщику сложно попасть в движущуюся цель. Ха! Ты поймешь, что не соперник мне! Кристалл льда! Гау! Драка! Зацепит немного, и ему конец! Говорил же, поддаваться не буду! Гау! Не медлить! Драка, контратака! Драка! Все кончено! Еще круг, и Майкл выиграет. Никакой надежды нет. Не так быстро. Ты еще не заморозил пылающий огонь нашего духа. Трансформация! Детройт! Зачем это? Он уже отстал!
пошел! У вас есть сила духа, но этого недостаточно. Трансформация! Мегароид! Мегароид Лео! Быть не может, Мегароид намного сильнее Метроида. Не всякий опытный гонщик может призывать и использовать Мегароида. Лев выкладывается на полную даже в охоте за кроликом. Вперед, Лео! Джин, любая атака тебя замедлит! Нет, дракон никакой не кролик. Я покажу ему, какой он свирепый дракон. Вперед, драка! Майкл Уайт выиграл! Драка! Ты как? Очнись, драка! Он в порядке! Молодец, Лео! Кау! Когда? Если бы предстоял еще круг, Лео мог бы не доехать. Прости, что так давил. Драка, прошу. Будь моим напарником официально. Только с тобой я смогу стать величайшим рыцарем Монкарта. Откуда такая уверенность? Ну же, драка. Мы команда! Отличная гонка, Джин. Я проиграл. Ты честно меня обошел. А так хвастался? Думал, у меня шанс есть. Ты не выиграл, но напомнил мне о чем-то важном. Важном? Я вспомнил свой задор в начале пути. И все благодаря тебе, Джин. Кау. Уже уезжаешь? Майкл вернул свою мотивацию. Некогда время тратить. Кстати, Джин, я слышал, в горах живет мастер Монкарта. Попробуй найти его и попросить тренировать тебя. Эксперт? Может, это рыцарь Кайто? Тогда до встречи! Дра! Кау! Джин, встретимся с тобой на турнире побольше! Да! Я тебя скоро догоню! В поисках мастера Монкарта. Часть первая. Чего? Мастер Монкарта живет в горах? Да, этот Майкл сказал Джину. Говорит, проси этого гонщика тренировать тебя. Вау! Может, и тебе попросить его научить тебя своим секретам? Ни за что! Хочешь, чтобы я умолял? Но было бы здорово поболтать с опытным гонщиком. Монкарт! Где скорость вашего монстра и ваши способности испытывают на треке. Трансформируйся в Битроида и унеси домой победу! Вперед, драка! Джин! Подожди меня!
знаешь, можно было с нами не ходить, Лаура. Но я хочу встретить мастера Монкарта. Зачем столько еды? Мы же не на пикнике. Дра! Нет, драка! Это еда для всех. Подождите меня! Можем притормозить? Неужели Кайто и правда живет в горах? Дра! Может, привал? Нет, мы справимся. Сейна! Эй, осторожно! Нет, миледи! Драка, вперед! Помогите мне! Порядок? Да. Дикие кабаны! Двух поймал! Отличная работа, Монча! Какие мы тебе кабаны? Редкость! Говорящие кабаны! Мы не кабаны, мы люди! Спасибо, что спасли нас! Просто люди! Вот досада! Могли бы мы вас отблагодарить? Ну и как же? От еды не откажемся! Моя спина! Ого! Ничего себе! Это что, тот самый меч? Голова дракона? А, да нет, это просто подделка. Ну и что? Даже подделка сойдет! Дай! Эй! Я возьму его за свои услуги! Эй, стой! Его отдать не можем! Ну, ладно. Тогда обменяемся. Держи. Повезло! Наконец-то в моих руках легендарная голова дракона! Эй! Вы в порядке? Чего это вы тут прохлаждаетесь? Девчонки, ждите тут! Бежим, драка! Надо вернуть меч! Вот и они! Эй, верни мне мой меч! Не получишь! Похоже, что мой меч избрал меня новым хозяином! Мэн! Он снова хочет вернуться ко мне! Остановись, дикий кабанчик! Я обменял его на мою драгоценную змейку! Нет! Прочь от меня! Ну
не попались. А, как больно. А где мой меч? Вот нахал! Стой! Ты? Чего? Похоже, быдло у нас не остается! Монча! Монча! А вы чего? Сейчас! Подарок Мончеву! Мончата! Фу! Ну и мерзость! Что же он съел? Пока, дети! Стоять! Надо их догнать! Джин! Где? Где увидела? Хватит толкаться! Нет! Наша еда! Еда? Пронесло! Нет ничего ценнее еды! Ух ты! Так держать! Нашел! Мой мон-меч! Вот беда! И вот почему мы не можем отдать вам меч. Вы съели еду. Мы в расчете. Да-да. Мы были такими голодными. Вкуснятина. А ты не знаешь, где живет местный мастер Монкарта? Мастер Монкарта? Да, конечно, знаю. Правда? Следуйте той дорогой и непременно наткнетесь на дом мастера. Пока. У меня куча дел дома. Пока! До встречи! Дра! Ой, забыл спросить, как его зовут? И тут живет гонщик. Дом кажется заброшенным. Принцесса, мы наконец-то встретим Кайто. Привет! Есть кто дома? Итак, чего позвал-то меня? Привет! Есть кто дома? Может, дома нет? Кайто! Нам очень нужна ваша помощь. Прошу, впустите! О, сир Джонг, нельзя без разрешения. Берегись! Может быть, от воров. Никого нет. По делам, наверное, ушел. Не стоит нам проходить в дом. Тут могут быть другие ловушки. В поисках мастера Монкарта. Часть вторая. Не стоит нам проходить в дом. Тут могут быть другие ловушки. А я было думал, что мы встретим Кайто. Вот беда! Мы дома! Джин,
тебе пришло письмо. А? От кого же? А? Что там? Может, оно от поклонницы? Марк хочет погонять. Признаю, ты храбрец, раз пришел. Я никогда не сдамся тебе. Дра-дра-дра! Так, начнем же. Тише, тише, спешить некуда. Ты будешь гонять против опытного гонщика. А? Опытного гонщика? А, быть не может. Может, это Кайто? Мастер, ваш выход. Дра? А? Смотрите, так это тот самый... Горный любитель поесть. Привет, рад встрече. То есть ты мастер-гонщик? Еще какой. Но ты ничего такого не сказал, когда мы тебя встретили в горах. Вы у меня спросили только, где живет мастер-гонщик. И ты показал дорогу к своему дому? Полагаю, он в чем-то прав. Мастер, ты должен уничтожить джина в этой гонке. Я разрываю соглашение. Что? Не понял? Джин – забавный парнишка. А его подруга поделилась со мной своим вкусным обедом. Тебе понравился мой обед? Да, просто праздник живота! То есть ты уходишь? Не смей так шутить, мастер! Съел целую коробку батата и смеешь нарушать обещания, да? А, понял вас! Я непременно все верну! Чего? Это как же это? Остался один запах! Наконец-то! Терпеть не могу тех, кто задирает других! Ты правда мастер-гонщик? Угу. А ранг? Не знаю. Я участвую только в тех гонках, где награда — еда. Если подумать, я слышал о гонщике, который соревнуется с другими исключительно за еду. Полагаю, это его народ прозвал «Великий гонщик-обжор». А раньше не мог этим поделиться? Мастер Монкарта, сразись со мной! Ну ладно. Но есть условие. Если выиграю, ты отдашь мне свой мон-меч. Дра-дра! По рукам. Дра? Не волнуйся, выиграем. Дра? А теперь за дело. Монкарт на старт! На старт! Поехали! Вперед, драка! Дра-дра! А почему не едет? Какая же гонка на голодный желудок! Монча, лови! Усилитель Мончабу! Монча! Да, он использовал специальный усилитель, работающий на газу монстра! Он и правда мастер-гонщик! Ну и вонючие же у него приемчики! Монча язык хлыст! Дра-дра!
Драка! Огненный шар! Не выходит! Драка! Ускоряйся и оторвись! Монча! Липкий пояс! Ну все, пора говорить пока! Да ладно, ты еще держишься? Но тебе ни за что не обойти меня и Мончу! Будем пробовать! Огненный шар! Такая атака бесполезна, если не можешь попасть в цель! Ха-ха, а мы не будем атаковать! Смотри! Чего? Давай! Трансформация! Детроид! Ну ладно! Трансформация! Битрой! Монстр! Тогда получай! Смогли! Спасибо! Чего? Теперь тебе нас не догнать! Да что ж такое? Ты чего, Джин? Он использовал силу противника. Он правда мастер! Погнали! Пора заканчивать! А? Эти движения, я их уже видел! А! Берегись! Подарок Мончубу! Драка! Битроид! Мончур! Трансформация! Битроид! А? Случайность? Когда начнет прием? Ответь огненным шаром! Мунта! Давай! Мунта! Ускоряйся! Монча, очнись! Монча! Финиш близко! Давай, Джин! Гони драка! Выиграли! Растяжка! Победила дружба! А я так хотел заполучить твой мон-меч! Не повезло! Я Кубу! Кубу Купи! А я... Джин, верно? Я слышал, как она кричала твое имя! А? Я была громкой? Да, давай, Джин! Так ты кричала! Джин, давай дружить! Да мы уже
Уже скоро, принцесса. Семена хаоса. Начинай. Кукума. Летите, семена хаоса. Летите и заполните сердца жертв ваших, пробудив темноту в их сердцах. Лорд Дестра, что это такое? Не твое дело. Простите меня, милорд. Зачем вызывали? Изабель, приведи мне принцессу Сейну. Как прикажете, милорд. Это же герб королевской семьи. Уже скоро, принцесса. Монкарт, где скорость вашего монстра и ваши способности испытывают на треке? Трансформируйся в битроида и унеси домой победу! Вперед, драка! Ну да, Джин, как всегда, в компании девчонок. Говорил же, все не так, мы просто закупались. Чуть не уронил. Может, стоит ему помочь? Расслабься. Он сам предложил, что проигравший в камень-ножницы-бумага понесет все. Пейне! Дра! Дра! О! Кай? Привет! Что такое? Почему такой грустный? Я пустяки. Тра-тра! Тра! Что? Он спросил, где твой монстр? А? И правда, где Зеро? Зеро убежал? Тра! Он спросил, почему? Помните, как я проиграл тогда Марку? Зеро. Зеро, 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 зеро. Точно выиграем, значит. Зеро. Откуда ты знаешь? Убирайся, бесполезный кусок железяки! И не возвращайся! Зеро? Зеро? Зеро! Зеро, 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 зеро! 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 Я был зол и обидел своего Зеро. Так?
Зеро нет уже несколько дней? Он монстр, серьезно относящийся к приказам. И ты сказал ему никогда не возвращаться? Я его обыскался, везде смотрел. Нигде нет. Так вот как все было. Драк! Кубу! Зачем ты в городе? Ты про меня? Я порой продаю дикие травы. Какие очки! Точно! Подожди! Как насчет обменяться на мой носок, который я носил целый месяц, не снимая? Что это? Ну и вонь! С ума сошел! Убери немедленно! Зеро! Зеро! Ты чего тут делаешь? Он помогал мне продавать травы. Он нашел нас и просил тренироваться у Мончи. Ясно. Чего? Ученик твоего Мончи? Зеро. Зеро. Чему учиться у такого монстра? Что значит «у такого монстра», как ты посмел? Я к тому, кто ты вообще такой? Это Кубу, мастер Монкарта, живущий в горах. Мастер Монкарта? В точку! Я тот самый мастер Монкарта, живущий в горах, про которого все говорят! Зеро, прости, я так больше не скажу. Вернись ко мне. Зеро. 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 Зеро, зеро, зеро. Он говорит, не могу, ведь тогда я стану для Кая обузой. Что? Зеро, 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 зеро. Он хочет вернуться в горы. Нам пора. До встречи! Зеро. 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 Кай! Тра-тра! Драка, ты куда? Куда это они? Пейна? За ним! Дра! Дра-дра-дра! Дра-дра-дра! Он сказал, если не можешь вернуться, потому что обуза, не будь ей! Точно! У тебя есть план? Пейна? Дра-дра! Дра-дра! Он сказал, секрет в успешных тренировках! Тренировках? Зеро. Дра? Дра? Зеро? Зеро? Дра? Манда! Тренировки им помогут?
Мончи точно знает, что делает. Зеро. Зеро. Дра-дра! Похоже, семя хаоса нашло носителя. Зеро. Позор поражения. Воля к победе и сила, которой ты обладаешь, да обратиться в темную волю хаоса. Зеро. Тра! Зеро. Дра? Мон? Зеро. Монта. Что это на него нашло? Дра? Спасение, Зеро! О, Зеро! Ты вернулся! Спасибо, Зеро! Зеро! Помоги! Зеро! Зеро! Кай и Зеро снова вместе! Как здорово! Зеро! 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 Прекрати! Зеро! Джин! Зеро, что-то не так! А? Что с ним такое? Сам увидишь! Бежим! Что происходит? Узнаем! Что там? Жучий луч! Боги! Как так? Зеро! Зеро! Баги! Он меня не слушает! Выстрелил лазером без моей команды! Зеро! Нет! Зеро! Баги! Баки! Смотрите, это странно! Баки! Баки! Зеро! Зеро! Баки! Баки! Зеро! Дра! 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 Зеро! Зеро! Драка спрашивает, что на него нашло. Зеро. Он отвечает: не вмешивайся, это моя гонка. Дра-ра-ра-ра! Тогда сразись со мной, я быстро приведу тебя в чувство. А? Гонка? Дра! Хорошо, драка. Вернем же прежнего Зеро. Монкарт, на старт! Дра! Зеро! На старт! Поехали! Вперед, драка! Босс, думаете, у Джина есть шанс? Как он может выиграть, если я не смог? Эй, ты! Он тебя хотел спасти! Живо поддерживать! Вперед, вперед, Джин! Ты сможешь выиграть, драка! Вперед, вперед, Джин! Ты сможешь выиграть, драка! Дра!
Зеро! 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 Дра! Зеро! 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 Дра! Дра! Драка! Огненный шар! Дра! 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 Зеро! Вперед! Ускоряемся! Зеро! Это та атака! Дракат, беги! Трансформация! Битроид! Зеро! Драка, в атаку! Зеро! Зеро! Джин значительно продвинулся после гонок с Майклом и Кубу. Зеро, зеро! Кукома, кукома! Пора выпустить на свободу темную силу хаоса! А, босс, смотрите! А? Что происходит? А? Быть не может! Открой свое сердце тьме! Зеро! Серджук, что это? Это сила хаоса! Сила хаоса? А? Что такое происходит? Зеро! Драка! Какая сила! Зеро такого не может! Зеро! Зеро! Драка, берегись! Тра! Зеро! Трансформация! Битроид! Зеро! 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 Дра! Он кричит! Зеро, очнись скорее! Прошу, открой глаза! Зеро! 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 Да, то был наш шанс! Тогда выбора не остается! Последний круг! Зеро! 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 Драка! Полную скорость! Нет! Не глупи! Дра! Зеро! Не в этот раз! Зеро! Вперед, драка! Да! Они смогли! Зер, зер, зеро! Зеро. А? Зеро! 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 Что ты говоришь, Зеро? Он
говорит, что я тут делаю? Ты ничего не помнишь? Зеро. После использования силы хаоса забываешь, что произошло. Ага. Силы хаоса? Из-за этого Зеро себя так странно вел. Зеро. 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 Он говорит, я обуза. И потому я не могу больше оставаться с Каем. О, нет. Зеро. Тра! Зеро. Драка! Не ври самому себе. Не врать? Да, Зеро. Зеро. Ужасен лишь тот, кто оставляет своего товарища. Зеро. Тра! Ты волнуешься за Кая и не можешь его бросить. Джин. Зеро. 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 Никогда не бросай меня. Зеро. Зеро. Мы вместе навсегда. Ну, слава богу. Да. Но... Возможно, они близки к нашей поимке. Я переживаю, что сила хаоса теперь может управлять монстрами города. Больше ждать нельзя. Если не хотим, чтобы город Лето постигла участь Поски. Неминуемая угроза. Джин, я принес вкусного краба, которого выловил сам. Что с ним? Что происходит? Зеро, что-то не так. Он простудился? Нет. Вчера он стал агрессивен и напал на Баки. Хотел ему навредить. Зеро же хотел стать сильнее. В чем проблема? Все не так просто. Атаки были жесткими, и его совсем не интересовала гонка. Он не слушал Кая. Совсем вышел из-под контроля. Да на такое даже Мончо способен. Правда, Мончо? Мончо! Что это? Прекрати! Жесткая атака! Хватит! Я слишком увлекся. Ничего необычного нет. Слава богу, Зеро. Зеро. Но что с ним было? Скорее всего, это дело рук колдуна хаоса. Колдун? Да, страшный колдун, который хочет подчинить себе всех монстров в мире. Значит, так он подчинит себе весь мир? Это не шутка. Королевство Кармон уже в опасности под контролем колдуна. Сиджук! А? Я говорил, я... Вау! Тихо! Отпусти! Джин, твой монстр тоже сошел с ума! Может, это тоже работа колдуна? Вовсе нет! Джин, сделай что-нибудь! Он нам так всю лавку спалит! Драка! Монкарт, где скорость вашего монстра и ваши способности испытывают на треке? Трансформируйся в Бетроида и унеси домой победу! Вперед, драка! Как поживаете? Здравствуйте, все хорошо, спасибо. Я тоже был там. Ого!
Какая красотка! Ух ты! Это актриса? Она идет сюда! Вы двое! Чем помочь, мисс? Вы не встречали седого старика и молодую девушку? Они не местные. Не видел? Может, и видел. Можем ли мы предложить помощь? Ну, разумеется, можете. Не везет! Не понимаю! Самый быстрый гонщик в городе один, и это я, Марк! Но ты все время проигрываешь, например, Джину и Каю. Чего сказал, маленький хам? Это была не ваша вина, босс! В точку! Это все потому, что Баки был плох на треке! Баки! Ты прав. Гонщик ни при чем. На треке самая главная скорость манкарта и его умение. Да-да. Избавиться от этого слабого монстра и найти себе получше. Баки! За дело. Соберите всех монстров нашего города. Найдем сильного монстра, как раз под стать мне. Баки! Пустите! Вы не имеете права! Руки! Прекратите! Папа! Мама! Сейна! Сейна! Дочка! Сейна, дочка! Сейна! Сейна! Спасибо, драка, но я сейчас не могу. Дра! Сейна, а что ты тут делаешь? Джин. Джин! Помоги! Марк, опять! Они забирают всех монстров в городе! Чего? Чего вам? Смотрите-ка! Какой красивый монстр! Дай-ка мы на него полюбуемся. Нет, нет! Ну чего ты? Не будь таким грубияном! Твой монстр будет счастлив служить лучшему гонщику города. Нет, не надо! Хватит! Прекратите это! Джин! Что это? Тра-тра! Это не ваше дело! Не влезайте! Что? Следите за языком или получите? Да, это вы получите! А? Солдаты! Вовремя! Сюда! А? Сюда, сюда! Что происходит? Пахнет жареным. Это они, задиры! Нашли! Что такое? Ты под стражей. Подождите! Вы чего делаете? Это они похищают монстров! Об этом мы не в курсе. Но эта девушка в банде воров, укравших ценности в Поске. Наглая ложь! Это правда. Получили ордер на арест из Поске. Это правда? Как так? Я... вор? Выбора нет. Кубу, давай! Не знаю, что выйдет, но поехали! Ну и вонь! Беги! Стойте! Надо смотреть, куда идешь! Ха-ха-ха!
Ты дружишь с той девочкой? Ты пройдешь со мной. Куда пожелаешь? Порядок? Да. Где Кубу? Надеюсь, его не поймали. Что происходит? Они сказали, что ты воровка. Они что-то перепутали. Так, Сейна? Не могу сказать. И вы мне не поверите. Тогда мы не будем допытываться. Скажешь, когда будешь готова. Та девушка, с которой тебя видели, где она? Не переживай так. Она просто моя подруга. А ну-ка, говори правду, или пожалеешь. Какая грозная и властная! Ну точно мой типаж! Где же ты была все это время? Что такое ты несешь? Это любовь с первого взгляда. А? Я искал тебя всю жизнь и, наконец, нашел. Прекрати нести бред. Это правда, правда, правда. Спрошу еще раз. Говори, где та девчонка? Скажу, если выйдешь за меня. С чего мне выходить за тебя? Почему нет? Ты замужем? Это не твое дело. Мое? Мы ведь поженимся! Вот же малявка! И как тебя зовут? Кубу-купи! А тебя? Я задаю вопросы. Тебе, наверное, интересно, кто я такой. Ну же, спрашивай, что хочешь! Ярость Баки. Мы много собрали. Этого мало. И как побеждать с этой мелочью? Мне нужен напарник, с которым у меня будет Зейн с первого взгляда. Только он зажжет во мне огонь. А? Кукума, кукума. Открой глаза и пробуди инстинкты зверя, что спит в твоем сердце. Баки! Баки! Он внезапно стал намного сильнее. Молодчина. Дух бойца — огромная сила. Я знал, что ты мой настоящий напарник, Баки. Баки-ки-ки-ки-ки. Мы — непобедимый дуэт города лета. Баки-ки-ки-ки-ки. Может, с ним что-то случилось? Подождем еще немного. Кубу вернулся? Вы вернулись. Где Кубу? Он не с вами? Может, его поймали? О чем ты? Что происходит? Нам пора уезжать. Что? Но мы же еще не успели найти Кайто. За нами охотятся. Нам больше нельзя оставаться в городе! Джин, помоги! Что такое? Марк хотел отомстить мне в гонке и растерзал Зеро в клочья! Что? Для простой гонки слишком жестоко. Может... Так,
За дело! Постой! А как же Кубу? Пайне! Кубу сможет выпутаться из чего угодно! Мой рыцарский кодекс не позволяет мне бросить человека в беде! Джин! Вперед, драка! Дра! Я с ним! Нет! Нет! Тебя могут поймать солдаты! Но я должна это видеть! Рыцарский дух Джина! Стой! Да ну! Все такие упрямые! Стой! Подожди меня! Баки! Сандра! Теперь поняла, кто лучший гонщик в городе! Баки-кики! Прекрати, Марк! Дра! Тихо! Баки! Баки! Баки-баки-баки! То же самое было с Каем и Зеро. Но Баки еще свирепее! Точно! Зеро вернулся, когда проиграл в гонке. Может, Баки тоже? Думаешь, все так просто? Попробуем. Марк, поединок! Чего? Разберемся, кто самый быстрый в городе! Раз и навсегда! Тра! Ладно, теперь мы с Баки лучше и сотрем вас в порошок! Баки, Баки, Баки! Монкарт на старт! Баки! На старт! Поехали! Баки, Баки, Баки! Баки! Мы тебе покажем, Марк! Драка! Огненный шар! Слабаки. А? Баки. Тра? Как так? Я сам видел, как он попал в цель. Такая жалкая атака не оставит на Баки ни царапины. Получи! Жучий луч! Баки! Драка! Погнали! Саранча! Драка! На полную скорость! Почти! Фух! Если бы жуки Марка в него попали, для Джины гонка бы кончилась! А Марк неплох! Что? Это... Сила хаоса наступает. Кукума, Кукума, посвяти мне свою силу. Баки! Теперь не уйдешь от нас. Трансформация, Битроид! Баки! Драка! Дра! Теперь видишь? Я сильнейший гонщик в городе! Я Марк! Что с тобой, Баки? Баки-ки-ки! Баки! А? Баки-ки-ки! Выбора нет! Марк, останови гонку!
Чего? Баки, больно! Скорее! Баки обгоняет драка и вот-вот выиграет! Не лезь не в свое дело! Но Баки же... Баки, ты сильнейший монстр из всех местных! Покажи, на что способен! Баки! Драка! Трансформируйся! Детройт! Он отбил атаку моего Бетроида! Баки! 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 Мы не лучшая команда в городе, но станем лучшей во всем мире! Огненный шар! Драка! На полную скорость! Финиш! Джин Хейст победил! Ура! Ура! Не справился? Да. Похоже, этот носитель не тот, кто нам нужен. Неважно. Мне доставят мою невесту, и весь мир склонится передо мной. Баки, ты в порядке? Баки... Ты очнулся? Баки был под влиянием темной силы. Он поправится. Заклинание хаоса. Это твоя вина. Что? Как только ты заявилась в город, начали происходить странности. Сначала Джин заполучил себе редкого монстра, а теперь мой титул лучшего гонщика отобрали. Не говори так. Успокойся. Думаешь, это так просто сделать? Во! Немедленно убирайся из этого города. Миледи! Сейна! Кубу, ты цел? Сказал же, придет! Ты эту девочку ищешь? Вот мы и встретились, принцесса Сейна. Ты... Секрет Сейны. Кубу, ты цел? Сказал же, придет. Ты эту девочку ищешь? Вот мы и встретились, принцесса Сейна. Ты... Я верну тебя. Не уйдешь. Пусти меня! Я не вернусь в замок! Джин! Сейна! Стоять! Не подходить! Кубу, что происходит? Тише, тише! Это недопонимание. Сейна не воровка, а сбежавшая дочка богачей! Это ложь! Это женщина из королевской стражи королевства Карман! Так, ты не частный сыщик? Чьим словам ты поверишь? Какого-то незнакомого старика или моим? Твоим, конечно! Тогда избавься от них! Хорошо! Манчо! Ты чего? Простите меня, друзья мои! Это все во имя моего с Изабель совместного светлого будущего!
будущего! Да! Кубу! Предатель! Нам пора! Нет, миледи! Джин! Пусти Сейно! С дороги! Это ты уйди с дороги нашей дружбы! Дружбы? Джин! В замок! Есть! Дра! Сейно! Джин? Нор? Послушай меня, не ввязывайся больше в ее проблемы. Она не из нашего мира. Папа! Ради своего же блага. Но она просила о помощи! Рыцарь даму в беде не бросает! Да! Запрыгивайте! Это разве не наш байк? Прошу, одолжите его! Подождите! Монкарт, где скорость вашего монстра и ваши способности испытывают на треке? Трансформируйся в Битроида и унеси домой победу! Вперед, драка! Развяжите меня! Извини, сейчас не могу. Развяжу, как приедем. Босс? Что там? Там кто-то есть. Джин! Чего запрыгнул? Ты, Джин, встаешь на пути нашей с Изабель дружбы! Зачем ей дружить с тобой? Мы понимаем друг друга! Так ты думаешь? Дра-дра! Не я один! Куда они едут? Наверное, на окраины. Она сказала, что там у них самолет. Сир Джоук, а нельзя ехать побыстрее? Да? Да, постараюсь! Видишь? Она не задумывалась о вашей дружбе ни на секунду! Вот ты как значит! Чего? Ты чего? Не смей топтать чувства других! Давай! Чего? Вперед, Монча! Мы скоро! Не волнуйтесь за меня! Сперва спасайте Сейну! Спасибо! Вау! Вот же малявки! Миледи! Джин, прыгай! Джин! Прыгаем! Но... Ну уже! Дра! Не бойся, все целы. Слава богу, я уже... Боже! Моя спина! Надо ему помочь! Эй, подождите нас! Эй!
следующий раз не уйдешь от меня. Ай-я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 й. Тише. Тебе уже лучше? Да. Что это за женщина? И зачем ты ей? Не могу сказать иначе, и вас втяну в неприятности. Мы стали твоими друзьями. Просто скажи нам, кто за этим стоит. Поддерживаю. Принцесса королевства Кармон Сейна Four Seasons. Она принцесса? Вы все на колени. Бог мой! Ваше высочество! Вы знали все это время? Полагаю, речи и манеры королевской семьи ни с чем не спутать. Скажите, что происходит? Не так давно Поска был самым мирным городом королевства. Но затем кое-кто нарушил этот мир. Тот, кто давно готовился захватить город себе. Его зовут Колдун Хаус. Прекратите! Колдун Хаус помог лорду Дестро захватить трон королевства. Мама! Дестро! Что все это значит? Ваше Величество, ваше правление подошло к концу. С этих пор я правитель этих земель! Люди этого никогда не позволят! За это не волнуйтесь. Сейна! Нет! Дестро обратил моих родителей в камень. Он хотел захватить королевство, силой взяв меня замуж. Я не могла этого позволить. Поэтому я сбежала из замка с помощью сира Джоука. Мы добрались до этого города, чтобы просить помощи у Кайто, легендарного рыцаря. Тро! Это неправда! Дестро, злодей, который захватил город! Это невозможно! Дестро, герой для многих! В это трудно поверить, но это правда. Он был идолом для всех, кто хотел однажды стать рыцарем Монкарта. Таким мы помним лорда Дестро, но благородного рыцаря, которого мы знали, больше нет. Да кто вообще поверит в такую нелепую историю? Понимаю. В такое трудно поверить. Мы не хотим втягивать вас в неприятности. Мы уедем. Сейчас же. Стой! Дра! Вам есть куда идти? Нет. Но мы что-нибудь придумаем. До свидания. Спасибо за все. Джин, иди за ней! Джин, надо поговорить. Нор? О твоем отце. Что? К мечте о рыцарстве! Когда-то у меня был друг. Он был величайшим гонщиком Монкарта. В гонке он был благороден и прекрасен. И публика его обожала. Имя ему Кайто. А прозвали его легендарный рыцарь. Однажды Дестро вызвал Кайто на поединок. Но вместо этого он заманил его на трек и взорвал. Кайто предвидел, что случится нечто ужасное. И оставил мне сына, а сам стал готовиться к худшему. Что? Понимаешь, это был ты, Джин Хейст. Я сын Кайто? Именно. И твой Мон-меч
Это меч Кайту, который я нашел на треке. Но ты... Ты сказал, что этот меч — подделка! Я соврал. Стойте! Значит, драка... Монстр-рыцарь Кайто! Да. Кайто спрятал драка в Мон-мече, чтобы Дестро не захватил его. Но, похоже, он все забыл. Ты врешь? Если это правда, то почему не говорил все это время? А, Нор! Потому... Скажи, ты серьезно пойдешь против Дестро? Да. Благородный рыцарь не может отвергнуть вызов. Позаботься о моем сыне. Что, если он вырастет и тоже захочет стать рыцарем, как ты? Не говори ему, что его отец — рыцарь Манкарта. Почему? Я хочу, чтобы мой сын сам выбрал свой путь. Его последние слова? Да. Потому я ничего не говорил о твоем отце. Теперь ты должен сам выбрать свой путь. Джин, решай сам. Сейна, надо найти принцессу! Значит, у меня нет другого выбора. Принцесса, мне сказали, что следующий поезд до ближайшего города придет через час. Ясно. Босс, что за угрюмость? Ты проиграл Джину всего пару раз. 4 раза, если учесть те гонки с Кубу и Каем. Ну ты и хам! Зачем напоминать? Вот, возьмите мою баранку и взбодритесь, босс. Она надкусанная. Простите, босс. Все не так. Все из-за той девчонки. Как только она появилась в городе, мне совсем перестало вести. Точно. А? Эта девочка настоящая богиня невзгод. Ты кто? Я странствующая предсказательница, и я пришла, чтобы изменить твою судьбу. Чего? Эта девочка поистине настоящая злодейка. Ты должен схватить ее, пока несчастье не постигло город. Если справишься, я сама с ней разберусь и уберегу вас. Знал, что от нее беды. Ладно. Сейчас же схватим эту девчонку Сейну и притащим сюда. Да, босс. Да! Мы ищем одну девушку. А вы не видели девушку? У нее светлые волосы. Чего? Она вот такого роста. Она на самом деле злодейка. Злодейка? Если увидите, сразу ко мне. Любой, кто станет сеять хаос в моем городе, будет иметь дело со мной. А вот это нехорошо. Вы не видели девушку-блондинку? Нет, не видел. Не нашел? Нет, нигде нет. Проблема! Марк и Задиры ищут принцессу! А? Зачем? Похоже, они собирают людей для какой-то гадости. Кстати, вы были на станции? Где? Она сказала, что уедет из города. Точно! Mm-hmm. Бежим, драка! Дра! Принцесса, пора. Эй, стоять! В чем дело, господа? Вы двое! Откуда вы? Босс, они здесь! Нашли! Нашли! Что-то случилось? Вы здесь, потому что за вами гонятся солдаты, так?
Мы... Это не так. Мы ничего не сделали. Не ври! Вы что-то затевали в этом городе, не так ли? Как смеете вы обвинять нас в чем-то? Молчи. Да, молчи. Прочь! Пошли прочь! Прочь из нашего города! Прочь! Стойте! Джин! Джин, эта девчонка принесла в наш город беду! Тащи ее сюда! Никогда! Чего? Настоящий рыцарь всегда поможет слабому! Он не оставит человека в беде! Никакой ты не рыцарь! Ты только начал гонять в Манкарт! Нет, но я стану рыцарем, несмотря ни на что! Я собираюсь отомстить за своего отца! И уничтожу Дестра! Джин! Нет! Не слушайте болтовню этого мальчишки! Хватайте скорее эту девчонку! Изабель? Точно! Это сладкий запах парфюма моей бывшей возлюбленной Изабель! Драка! Ничего себе! Ах ты, малявка! С дороги! Вы как это видите? Как ярко! Хранитель королевства! Руфь! О, это принцесса! Это принцесса! Принцесса! Ваше высочество! Проклятие! Принцесса! Поезд отходит! Бежим! Стойте! Монча! Пока! Сбежали. Посмотрим, надолго ли. Слава богу! Вы... Уже два раза выручили нас. Большое спасибо за помощь. Дра-дра-дра! Да, уже три раза. Еще раз спасибо. Уверены, что хотите в это ввязываться? Сели на тот же поезд? Да, на 100%! Я буду усиленно тренироваться и стану великим рыцарем, как отец. Значит, твой отец... Правда? Мне сказали, что это был Кайто. Это невозможно! Так что, не бойтесь, я с вами. Я, Джин Хейст, стану рыцарем Монкарта и спасу королевство Кармон от гнусного лорда Дестра. Это... Тогда для начала перейди на следующую ступень. Дра-дра! Он говорит, что тебе нужно мега-комбо, как у Майкла. А? И как же? Ты даже не знаешь, как? Самоцвет! Достанешь его и получишь свое комбо! А где их продают? Это... нечто, чего я еще не знаю. Ну вот, и ты не знаешь! Но я все равно отправлюсь с вами в путь. Чем больше друзей, тем лучше. Правда ведь, Джин? Правда? Джин, Кубу, спасибо вам. Это для нас большая честь, принцесса. Дра! Первый турнир.
Ничего себе! Что это там за гигантское дерево? Это Игдрасиль. Нет во всем королевстве дерева больше и прекраснее. Дерево дает жизнь этим цветам. Они расцветают и становятся прекрасными. А бабочки танцуют под песнь цветов. И это город цветов во всей красе. Прекрасный город. А еда? Там должна быть куча еды. Даже не знаю. Монкарт выше всего этого. Я должен поднять ранг, стать рыцарем и защитить принцессу Сейну. Тра! Джин, лучше не зови меня принцессой, иначе нас легко обнаружат. А, точно! Да, ваше высочество. Ой, ладно, Сейна. Да. Тра! А, сир Джоук, когда будет турнир? Турнир пройдет очень скоро, ведь цветы как раз расцвели. Джин, ты сможешь поднять свой ранг, соревнуясь с новичками. Монкарт, где скорость вашего монстра и ваши способности испытывают на треке? Трансформируйся в битроида и унеси домой победу! Вперед, драка! Привет! Добрый день! Добрый, добрый! Так это значит город цветов! Дра! Похоже, цветы полностью раскрылись. Но песни они не поют. Я понял! Похоже, что эти цветы вовсе не для пения. Они служат вкусной закуской потнику! Да ладно! Время обеда! Они говорящие! Они не поют, зато разговаривают. Дра! А? Объявление о турнире! Смотри, медовая моя. Новички охотятся за самоцветом. Пора поиграть. Предварительные раунды начнутся уже сегодня. Отлично! Запишемся! Сказано, регистрация в лавке Монкарта. Да, за дело! А из лавки сразу за едой! Вы нас направляете? Спасибо! Спасибо! Так далеко! Может, сперва перекусим? Эти глупцы все еще понятия не имеют. Они просто ходят кругами. Надоело уже. Идем, Пикси. Бедные любители. Я отошлю их туда, откуда они пришли. Подожди меня, медовая моя! Больше не могу. Стойте! Мы снова пришли к станции! Пока! Ой-ой-ой! Туда! Мы следуем
следовали указаниям цветов. Что она говорит? Она говорит, прекратите врать. Врать? Да, в точку. Цветы в этом городе почему-то начали врать. Они не всегда были такими. А ты? Меня зовут Бет. Я местная, и потому с радостью могу показать вам дорогу. Уж пожалуйста, юные леди. Только без вранья. Покажи нам, где тут можно вкусно поесть! Сперва лавка Монкарта! Добрый день! Бет, ты вернулась? О! Хочу записаться на турнир. Как папа поживает? Ему уже лучше, но на работу пока не выйдет. Рад слышать. Да, кстати, они тоже хотели бы записаться на турнир. Это ведь возможно? Пожалуйста. О, вы тоже хотите получить самоцвет? А? Самоцвет? Дра? Фьюри? Не знал, что его можно получить здесь. Об этом почему-то в моей книге совсем ничего не сказано. Победитель турнира города цветов получит плод золотого цветка Игдрасиля. Говорят, что плод золотого цветка служил пищей самих богов. А внутри самого плода находится самоцвет. Что? Самоцвет внутри плода? Да. В книге сказано, что самоцветы можно найти в разных местах и в разных формах. Но я не думал, что мы найдем его здесь. Победитель получит самоцвет. Значит, я выиграю! Записывайте меня! Я Джин Хейс, а это мой монстр-драка! Дра! Боюсь, он сломан. Да? К сожалению, починить его уже невозможно. Придется изготавливать новый. А вы можете это сделать? Простите, но это можно сделать только там, где сделали первый. Но как же так? Похоже, нам теперь придется вернуться в город Лето. Все кончено! Устроил сцену в чужом городе? Вот что бывает, когда только и делаешь, что гоняешься за девчонками. Лаура? Дра-дра-дра! Вот твой браслет. Папа подумал, что твой браслет мог сломаться, и решил сделать новый. Нор предусмотрителен. Ура! Что бы я без тебя делал? Ты чего? Прочь от меня! Отлично, ты записан. Я Кубу-Купи, а это Монча. Готово. Лаура Джесси, а это Пейне. А? Ты тоже на турнир? Ну да. Я тоже хочу стать рыцарем. Бет Тейлор, мой монстр Фьюри. Бет, удачи. Тебе одной под силу обойти Элли. Элли? А кто это? Так-так-так! Что за чепуху я слышу? Мы победим в этом турнире! Лети как бабочка, жаль как пчела! Элли и Биби! Пчелу я вижу. А где бабочка? А где она? Медовая моя! Где же ты? Медовая! О! Вот ты где! Элли? Бет? Чего вернулась в город? Победить тебя! Не обманывай себя! Элли прославленная королева города цветов. Тебе не выиграть! Она все равно попробует! Дра! А ты кто такой? Эй, я вас где-то видел.
Вы те глупцы, которые повелись на ложь цветов и заблудились. Откуда вы знаете? Элли, это ведь ты приказала цветам врать, признавайся! Не понимаю, о чем вы говорите. Мы записались, Биби. Пойдем отсюда. Идем, моя медовая. Если хотим заполучить самоцвет, для начала придется обойти этих двоих. Озвучено компанией Trend Media Service в 2018 году.